Предприимчивая Витебленко успешно торговала в интернете виртуальными шубами. Вот только обманутые покупатели так и не дождались своих покупок. Как только мошенница получала денежные средства на банковскую карту, они сразу же присваивались и тратились по ее усмотрению. В списке преступлений 23-летней девушки также значится получение мобильного телефона, рассрочка на который путем уговоров была оформлена на знакомую. Никаких выплат от нее так и не поступало, а цифровую фотокамеру, полученную во временное пользование, фигурантка вообще сдала в ломбард. С заявлениями уже обратились 16 жителей всех регионов страны, которые перевели жительнице Витебска суммы от 75 до 400 рублей. Подозреваемой применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Следователи обращаются к гражданам, которые стали потерпевшими от аналогичных действий подозреваемой женщины, сообщить об этом в Управление Следственного комитета по Витебской области по телефону плюс 375 33 399 80 44, который работает круглосуточно.